have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Пришло время немножечко такого качественного шутера, хорошего. Мы вспомнили про Bad Business. Да, вы можете сказать Арсенал. По Арсеналу у нас тоже будет, но... Сегодня у нас Bad Business. Так уж пошло. Я кролик. Я тебя с этим поздравляю. Обожаю эту гранату. Есть. У меня в руках. Я прям так жду выдернуть щеку. Вот, немножечко прокачался с прошлого раза, как мы играли. Ох, сколько вас там. А! Ножом! Что, блин? А, ну я в самое это влез. Ладно, тут у нас царь горы, кстати, да? Да, King of the Hill. Гранаты. Хурик, нож! Нож. Понятно. Блин, а у меня одна грена была, или две? Две. Я похоже... Просто жги! Просто жги! Я вообще стрелять разучился! Мне за тебя ассист дали. Я вообще стрелять разучился. Офигеть, как это сейчас было. Я в упор понапромазывал. Причем, что у меня автомат довольно прокачанный. Я в него вложился уже довольно много. Офигеть! Как у тебя так нету отдачи? Или ты ее контролишь? Что это происходит? Я не про тебя, про другого чела. Да блин! Такая перезарядка не в тему была. Я вообще... А? Я синий? Мы блин, синие. Я своего тиммейта испугался. Даже не испугался, а обосрался. Своего тиммейта обосрал. Нормально, бывает такое. Да как ты не взорвался? У тебя же прям... Да ну ёпы РСТ, чувак! Ну... Блин, это позор! Меня ножом затыкали, ну как так? Я же должен был его... Тыком заножили? Да вообще, да, там есть какой-то чувак, выбегает... Прямо как ты поступает, а? Прикинь. Фига ли ты такой неубиваемый. Забежал с мечом, начал рубить, по нему 5 человек стреляют, никто попасть не может. Это вообще как? Есть, ассист, спасибо. Да ну блин! Граната! Нет, чувак с мечом вообще неадекват какой-то. По-моему, он реальщик, кстати. Вот это мне интересно. Судя по его скинам, по его бэкграунду и по тому, что он делает, по-моему, он реальщик. Вот это интересно. Что за реальщик? Ну, в смысле, он донатил. Да куда первая грена пошла вообще, блин? Ёп, РСТ. Нафига вы меня не понимаете? До свидания. Фух. Надо держать этот угол. Блин, мы этот центр не отобрали-то. Нафига я угол держу, если мы центр не отобрали? Так, ладно. Фух. Есть. Фух. Винни-Пух, блин! Нет! Читер! Видел? Кто читер? Не на спауне, на этом, на холме сидит чувак в текстурах и всех бьет через текстуры. Оскар? Я не знаю, я не заметил, как его зовут. Он сидит в текстурах. Я
Да-да-да, это понятно. Офигеть, нас там было 6 человек на холме. И в конце концов закончилось тем, что... О, ты кого-то в своей игре убил, нет? Ну, то есть мы сливаемся, это понятно. Но мы сливаемся не потому, что... Потому что там читак сидел. В прошлый раз мы должны были забрать холм. Я сделал голосование на токи котлеты Ласка, который тебе. Ну вот это сейчас тоже было свинство, кстати. О, спасибо. Хорош убивать меня, больно же. Заяц ушастый. Да как вы меня видите? Только не говорите то, что это все. Вы меня убиваете только потому, что вы меня слышите. Да ёпер СТ! Вот это бесит, когда ты полагаешься на тиммейтов, ты думаешь, окей, я пойду вперед сейчас. Оу, так, у меня, значит, 12 киллов. Неплохо. У меня когда один, прям так ровно. 1 и 2. Ну ничего так, кстати. Полагаешься на типов своих, потому что ты такой думаешь, за мной бегут 2-3 человека, они замочат вот этого чела, который сейчас мимо меня пробежал. Ты идешь вперед, начинаешь стрелять, и тебя убивают сзади ножом. Обожаю такие ситуации, просто суперски. Так, ладно. Кен это хил опять. О! Чернобыль! Чернобыль. Прикольно, то есть мы в эту карту с тобой играли, просто я не знал, что это Чернобыль. Прикольно. Я все знаки искал. Царь горы, царь горы. Та-ра-тан-тан-тан-та-тан. Та-дам! Та-да-да-дам. Грена. Ну ты крыса! Грена. Ну, ножом? Крыса полнейшая. Он сидит в углу каждого проходящего, берет и ножом бьет. Рич чек. Иди сюда, ты крыса долбаная. Ну все, тебе... Блин, ну теперь этот мечник на нашей стороне, не знаю, мне он не нравится. На нашей... О, блин, хорошо. На нашей стороне, не на нашей стороне, но этот мечник мне не нравится. Понимаешь, я сейчас всех буду ножом тыкать. В глаз желательно. Не всегда белки, но всегда в глаз. До свидания. Я гранату кинул. Никого не попало. Вверх посмотрел. Ра-та-та-та-та-та-та. Я себе голову выбью. Нет! Ха-ха-ха! Чёрт! Камикадзе! Не-не-не-не-не-не-не, нифига, я неплохо держался. Ну-ка пустите меня обратно. Наш холм вы не отберете. Да как ты не умер, ты? Ты че такие? Читак здесь, возможно, и есть, кстати. Я не знаю, в чьей он команде. Ты меня задолбали. Привет, чувак. Плохая игра. Не-не-не. Игра нормальная. Люди не всегда адекватные. Игра нормальная. Так, холм неплохо держит. Я пойду вот... Ау! Блин! Это что, и снайпы было? Фига себе, пол хпшки пробил. Это я встрелил в тебя. Из револьвера. А, я тебя понял. Револьвер-то хорошая штука. Да блин, меня задолбал этот парень с ножом. Скорее. До свидания. Ты знал то, что ты через сетку стрелять можешь? Да, знал. Как по мне, это очень нелогично, то, что почему? Можно стрелять в дырочки. В такой-то игре. Ну дырочки же есть. Чем в них не пострелять-то? Живых людей пульками тыкать, вы что, офигели? Да. Ай, блин, даже не попал ни разу, вот спасибо, это обидно. Мне... Я в тебя сильно попал. Да блин, там у них самурай. Я говорю, вот этот мечник, он очень не очень. Это несмотря самурай. На то, что он в нашей команде. Главный аккаунт, где у них 100-500 миллионов левел,
А, холодос вот этот вот, тоже, по-моему, реальщик. Не, как бы я не против реальщиков, просто их сразу так заметно они выделяются, и не знаю, у меня лично против них сложилось... О, лагерь. У меня лично против реальщиков сложилось не очень такое, ну как бы, хорошее мнение. Да нафига! Вот, и причем одно дело, когда у тебя косметика... Нет! Фига! Грена, Грена! Твоя Грена была? Нет, не твоя. Одно дело, когда у тебя просто косметика в Роблоксе, ты покупаешь себе крутые скинчики, а другое дело, когда ты донатишь уже в самом режиме, вот, и получаешь это какие-то дополнительные плюшки. Грена. Блин, да, я только захожу Грена в лицо. О, ассист, два ассиста, круто. Это моя Грена была. Да вроде нет. Я успел там чувакам напихать немножечко. Да, человек-невидимка! О, слушай, а что так? Человек без шуток блин. Говорит доброго времени суток. Блин, здесь люди под грузовиками машины сидят, хорошие пешотики ставят. В общем, туда... О, еще один ассист, хорошо. Туда выходить, это ошибка. Там нужно зайти в здание, пережить пару грен, чтобы они тебя не грохнули машина! И... Машина! Машинен! Так. Привет. Да ты меня заметил? У меня скин слишком розовый, да? Слушай, нет! Реально, нет, 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 нет! Сколько? 3 хп! Черт! Откуда ты знал то, что я прям там? Да потому что ты передо мной туда заскочил! Ты даже не прятался! Блин, этот самурай меня задолбал! Я тебе говорю, он крут. С другой стороны, в вашей команде есть какая-то, есть какой-то чел, у которого... который из ППшки, блин, всех выносит. Это вообще что было? До свидания. До свидания. Вот, вот этот чувак из ППшки всех выносит, бесит меня. Ходит, блин. Тра-та-та-та-та-та. Есть ребята, у которых скины в виде пустырей. До свидания. Это нечестно как-то, прикинь. Что нечестного? У чуваков скины в виде кустов, и я их не могу заметить. Но он их купил, это честно. Грена! Нет! Нет, 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 нет! Чёрт! Да-д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 а. Граната! Да как-то не подох от этого смертельного удара. Я тебя переиграл, холодос! Крыса убегает от меня, когда у меня нож. Вот, знаешь, холодоса убили. Грохнули очень удачно! Есть! Минус 2! Круто! Черт! Это было сейчас... Да! Я крутое место нашел! 21 на 7! Прикинь, MVP 32 на 5, у меня 21 на 7. Вот это вот хороший результат. Да блин. Это, кстати, вот этот чувак на Майкла Джексона похож. Он не дает нормально другим поиграть. Кто? Это чувак, который самурай, который в вашей команде. А холодос дает нормально? Фух. Ой, арена. Арена кинул хил. Ой, блин, вот это жестко сейчас будет. Не-ха, минус 2. Да как? А, Грена, понятно. Есть, минус. 100... Прикинь, с чувака 150 жизней. Я нанес 149 урона, и мне дали ассист. За 149, черт побери, урона, ассист. Блин, тут надо ППшку брать. И... Да, ассист, есть. Зачем тебе ассист-то?
Но это очки, это поинт, чувак. Воу-воу-воу-воу. Прокачку. А ну! Ну блин, отбирают, отжимают этот. Чё? Есть, вот еще один ассист. Вот он встал, где-то тихо к нему подошел. Он берет, резко разворачивается и меня чуть не убил. Блин, опять мячник, теперь он не в нашей команде. Ой, я кого-то греный. А, это тоже ассист, ладно. Я что, король ассистов? Еще один ассист, вообще хорошо. Я кому-то хедшот влил, по-моему, да. Джексон долбанный. Согласен, он похож на Джексона? Джексон Бибер. Джексон Бибер. Я четверых гранату убил. У меня граната уже 10 левел. Грены! Ай-яй-яй. Убейте! Фига, я в него в упор выстрелил, пульс 6, как ты не сдох-то, тварина? Вот это сейчас было. Слушай, конечно, ложовенько. У меня есть одна очень такая плохая идея, я заставлю очень сильно пострадать с помощью этой идеи. Собрал! Двоих или троих собрал. Добей, 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 ну добей! О! Здесь еще левую кнопку мыши и стреляет во всех. А, кстати, пулемет система. Мне нужно будет докачаться до пулемета, да, потому блин, что. На этом джексе туда. Нет! Как у тебя жизни хватает? Вот что мне прикол. У него остается 5 жизней, он приходит, 3 человека рубит мечом. Это вообще законно. Блин, мне кажется, тут надо брать реально ППшку, потому что. Ну как-то вообще. Со штурмовухой тут не то. Я только что врагу прям шел. Только что! 4 человека, никто на меня не смотрел. Только я начал стрелять, бах, все четверо меня в порошок стирают. Так, грену дай мне. А насколько много людей в смотровой точке? Есть, я кого-то убил греной, нормально. Главное грену просто закинуть в направлении туда. Направление как, туда. Как это? Это вообще... Что это? Что с твоим уроном, чел? Попал. Ассист. 2 килла. Чувак с катаной меня реально задолбал. Да там не чувак, вот он в этой катке, конечно, хорош, но он не решает, потому что в этой... Смотри, он просто берет, вот этот катан, зажимает левую кнопку мыши, и все, он выиграл, это нечестно. Ну да, он за это заплатил. Потому что катан это хорошее оружие. Блин, грена в никуда ушла, жалко. Так. Прямо. Снупер, чертов. Опять я прям свинцом жопу. Я не пойду туда. Меня там убивают. Есть ассист. А какой, блин, нафиг ассист? 150, какой ассист 50? А вот это что было, сейчас не подскажете? Чувак меня снизу убивает ножом, когда я на балконе. Это не читы, по-вашему, случайно? Блин, у них и холодос, и самурай, вот это уже нечестно. Так, это уже не круто. Да холодос нормально играет. Не-не-не, холодос, тот еще холодос. Да мне нравится холодос. Ты сам говорил, тебе не нравится холодос. Дело в том, что холодос не душно, он холодный. До свидания. Неплохо зашло. Нет! Ну блин, вот серьезно, вот эта штука к тебе подходит, и все, ты уже ничего с ним не сделаешь, потому что у него. Майкл Джексон. Да-да-да, потому что у него кулдауна на удар вообще нету. Ну я же говорю, это.
я его ушатал. Черт! И меня холодос при... Не, не холодос, чувак, у чувака скин такой же, как у холодоса. Он в упоре вообще стоит, я его даже не заметил, вот это крутяк. А холодос это кто? Я его вообще уже не вижу. Не чуваки вижу. Сверху, чувак, так, чуваки сверху, стоп, не надо сейчас туда лезть. Мы захватили, но мы, короче, долго это не удержим. А, да даже мы не захватили, у нас уже отобрали, все нормально. Это карточка слита. Как я упал-то? Откуда? Я сидел на самом верху, у меня вообще не было видно. Нет, черт вам перезарядка! А, ладно. Эту карточку мы слили, хорошо. Прошлый выиграли, это слили, нормально. 29 на 22. Кстати, 22 это прикольно. Причем это даже не Джексон и не Холодос, прикинь. Да, пошел нафиг, Джексон. Ладно, ребяточки, вот такая сегодня получилась игра. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.